Жизнь как один большой рывок к победам и свершениям. В минувшие выходные в Иванове прошли финальные соревнования фитнес-фестиваля «Движение. Жизнь». Мероприятие проводится в нашем регионе по инициативе наркополиции. Ведь в их работе профилактика – самое главное звено. Профилактика – основная наша деятельность. Конечно, есть оперативная, сыскная, следственная работа. Ну, вы знаете, да, в принципе-то можно бороться, бороться и бороться, да, что мы и делаем, да. Но лучше предупреждать, чем потом пожинать какие-то плоды. Конечно, чем больше детей будут счастливых, радостных и веселых, поэтому и нам, взрослым, будет хорошо. Нам будет хорошо, детям будет хорошо, будет в стране хорошо. Отвлечь внимание от пагубных привычек, привить любовь к спорту – вот главная задача фитнес-марафона. 210 участников из Ивановской и трех соседних областей. У ивановской команды «Драйв» хозяйки площадки номер необычайно зажигательный. Как и у большинства участников, у них яркие костюмы. Но есть и отличительная деталь – настоящие ковбойские шляпы. Мы подготовили свой номер на песню «Timber». Вот. Ну, у нас такая как бы ковбойская тематика. Мы просто решили, что это, ну, прикольно, необычно. И... ну, такой номер у нас будет, да. Гости по достоинству оценили креативный подход ивановских участниц. Однако и сами отставать не собирались. Девочки из Владимира так и заявили, что приехали побеждать. Мы приехали побеждать, ни в коем случае не проигрывать. Конечно, прежде всего мы приехали посмотреть на команды. Мы очень долго готовились к этому. Мы очень хотели бы, чтобы мы победили. Мне нравятся именно такие мероприятия, где соревнуются сразу несколько команд, где из разных областей дети, подростки могут показать себя. Несмотря на боевой настрой гостей, весь пьедестал достался ивановским командам. После двух этапов домашнего задания и занятия с фитнес-инструкторами первое место заняла команда школы номер 22. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.